Второй слово. Как вас зовут? Нодар. Нодар, все. Кто вы, откуда? Да, я Нодар Берис из Грузии, из города Батуми. Ну, огромное спасибо велосообществу Ставропол. Так красиво встретили вас. Ну, надо, чтобы почаще многие, побольше людей выезжали на покатушки. Надо побольше инфраструктуры всегда. Не, ну хоть пару слов, что вы пригласили. Да, огромное спасибо вам. Мы очень рады, у нас в гостях Нодар. Это очень оперативно так получилось, что сразу меня как бы взяли. А вы в других городах как тоже встречали? Нет, ну встречали, но тут более масштабно. Мода же здесь масштабно. Да, у нас вообще по четвергам, но мы решили, раз вы приезжаете, сделаем в среду. Да. Ну, пообщаемся на пикнике в нашем красивом сквере. Сейчас мы всех организуем инструктаж. Расскажем, как будет ехать, потом уже, когда у нас будет финиш, мы с вами пообщаемся, пофотографируемся, мы вложим записываем. Вот остагруем вам подарочки. Thank you.
exit, stay out, exit. Show me the exit, way out, stay. Show me the way out. Show me the way out.
приятно же, да. На самом деле очень трогательно, и то, что вы так много собрались, это тоже обозначает очень много. Я коротко. Ребята, давайте я там два слова. Ну, в первую очередь, конечно, всем огромное спасибо за встречу, за сегодняшние катушки, за сегодняшний пикник от души. Мне на самом деле день рождения, 27 лет будет сегодня. Поздравляем! И хочу сказать, что я не велосипедист, я борец. Так получилось исторически, что я был менеджером очень известного грузина, велопутешественника, который объездил земной шар на велосипеде в буквальном смысле этого слова, но 2015 году он скончался, к сожалению, в возрасте 75 лет, и запланированный путь его я продолжу. Но при поддержке там очень известных людей, по благословению патриарха Грузии, в России, я знаю, была федерация президента Тимура, я с ним на связи даже сегодня. Я знаю очень многих борцов, Сан Саныча Каренина я знаю, Манияшвили знаю. Костя Дюй знаю, с ним на связи. Просто там тут сам. И тут на Кавказе очень многих известных людей в войсках, я знаю. И он, кстати, тоже в курсе дела. И хочу сказать, что сейчас я очень неподготовленный поехал по кавказскому этому эстафете. Но это огромнейший плюс, и потому что я был 130 килограмм, сейчас бросить где-то 18 килограмм, если не больше. Я очень в хорошем физическом форме, и хочу сказать, что велоспорт, велосипед, велотуризм в целом, просто пока кататься на велосипеде в городе, это супер. То есть сегодняшний мужчина и женщина, они очень не перегружены, ну то есть нагрузки не такой. Лифт, спустился на машине поехал до работы, там кофе вафли и так далее, никакая охота, никакой это самое, поле там и так далее. Поэтому чем больше будет популяризация велосипеда, велотуризма, велоспорта, курьерская как бы служба тоже на велосипеде, это тоже это самое. И тем самым хочу попросить водителей, чтобы они были поосторожнее в отношении нас. И мы тоже нас как бы следуем, чтобы соблюдали все правила дорожного движения. И хочу сказать, что больше дайте нам инфраструктуру, больше дороги, больше организационные вопросы. Еще раз огромное спасибо за сегодня. Рождение мне очень приятно. Я в Грузии занимаюсь. Я в Грузию объехал два раза. Итак, 28 стран. 1065 километров. И в том числе Владивосток и Лиссабон я проехал. И хочу сказать, что я, наверное, дальше буду в интенсивном режиме продолжать это самое. Велосипед, потому что год я не сидел на велосипеде и там туризмом занимаюсь. И, кстати, всех приглашаю в Грузии. Контакт есть, номер есть. Я живу в Батуми солнечной. И всегда мои двери дома открыты для наших коллег, для моих друзей. Еще раз огромное спасибо и пожалуйста. Так, теперь мы вам сейчас нальем чай. Наталья, вам не пробуйте его. Как вам угодно? Это самое главное. Угощайтесь. Это национальная армянская. Спасибо большое. Давайте я вам чай налью. Сейчас. Так. А наклеечку надо наклеить на себе, там наклеить. Чтобы с нами прокатились, надо наклейку наклеить. Чтобы, надеюсь, фотографии мне тоже пришлете, видео тоже пришлете. Да, мы сейчас приедем, у нас будет все в посылке. Я голодный мужчина, да? Да, сейчас он голодный. Так, закрывай, Александр.